Все? Всем добрый день. Сегодня я покажу один из вариантов, как можно создать елочку. Ее же называют шиншиллу на Йорке. Для этого нам понадобится обычная машинка для стрижки собак. Мы использовали Moser Max 50. И на ней сейчас стоит нож, тоже Moser, 1/1 мм. Вот. Построение елочки у нас будет идти от позвоночника собаки. Важно, чтобы собака при этом стояла ровно. Корпус у нее пострижен по 6 мм по шерсти. Вот такая вот у нас коротенькая шерсть получилась. Это у нас наша основа на Сэмми. Построение елочки будет идти относительно хребта влево и вправо. Начинать я буду от вот, холка собаки чуть-чуть ниже, где-то отступив буквально сантиметр холки собаки. Ставим нож под углом 45 градусов. Посерединке у нас идет хребет собаки и угол 45 градусов. Сэм, стоять. Придерживаем немножко собаку за мордочку. И просто прикладываем нож. Шаг. Так, Сэм, стой. Шаг 1 сантиметр. Сэм, стой. Сэм. Не делай маме нервы. Сэм. Сэм. Стой. Ты ж хороший у меня пес. Не крутится. Стой. Твою попу увидят все. Красивую. Стой. И с другой стороны точно так же. Относительно хребта собаки под углом 45 градусов мы делаем вторую часть наших полосочек. Стой! Стой! Теперь снимаем всю состриженную шерсть. Вот наша елочка. Теперь мы смотрим, где нож машинки не захватил. Вот здесь, видите, есть неровности. И мы их можем еще немножечко поработать, чтобы было все красивенько. Мой личный совет на елочку. Берите собак спокойных. Сэм у нас такой, можно сказать. Немножечко ёрзанный, но все равно нужно к собачкам искать подход. Сэм, ну не крутись, я понимаю, что тебе очень интересно, что творится здесь. Сегодня у нас кто-то сам здесь беспокойный. Или ему интересно, что его снимают, и что у меня с ним нет таких проблем, хорошо стоит. Аккуратненько уголком машинки прорабатываете все линии, чтобы они были четкие. Сэм, стоять. Все как всегда. Вот у нас получилась наша такая вот простая елочка. При желании можно сюда удлинить на бока
линейки, и будет она такая более длинная. Сейчас я вам еще покажу одну фишечку, которую можно эту елочку, ну, украсить, можно сказать, даже ее в чем-то усложнить. Визуально она будет казаться сложнее. Ну, Сэмчик, ну постой. Тебе эта камера тебя не касается. А, смотрите, фишка заключается в том, что вот эти вот линии с этой стороны, вам их просто нужно продлить. Сейчас посмотрите внимательно. И у нас в итоге получится такая симпатичная косичка. Сейчас главное, чтобы Сэм не дергался. Сэм. Сына ты моя. Сэм. Ну, Сэм, пожалуйста, я у всех прошу прощения, Сэм очень сильно отвлекается на тот человек, который помогает снять это видео. Он крутится, и приходится его постоянно отвлекать. Убираем, и видите, у нас получается такая очень красивая косичка. Все, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ждем комментариев под видео. Если есть какие-то еще для вас интересные темы, пишите, может, мы потом снимем для вас видео. Также мы приглашаем всех в нашу школу груминга Джаз, где мы вас научим, как стричь различные породы собак и кошек.